Здравствуйте, вы смотрите 7 канал. В студии Алена Мальцева. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. В ближайшее время правительство может снизить дополнительный импортный сбор по ставкам в 10,5%, который действует с февраля. Об этом заявила заместитель министра финансов Елена Макеева. Она также сообщила о создании рабочей группы при Нацсовете реформ. Она будет заниматься налоговой реформой, в том числе разработкой изменений в налоговое законодательство, которые должны заработать уже с 2016 года. Акцент будет сделан на поддержку малого и среднего бизнеса. Афины начнут диалог о реструктуризации долга с кредиторами до июня. Такое заявление сделал премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Он также добавил, договор на третий транш помощи подписан не был. О финансовых перипетиях Греции смотрите далее. Греция пытается договориться с кредиторами о реструктуризации долга. А пока местная власть заявляет, обсуждение о третьем транше помощи Афинам не будет на повестке дня после того, как завершится текущая программа финансовой поддержки. Чтобы положить конец этому вопросу раз и навсегда, договор о новом займе подписан не был. Также нет никакого меморандума. В прошлом году долг Греции достиг 177% ВВП. Бывший премьер-министр страны, а ныне оппозиционер Антонис Самарас сказал, поддерживает усилия правящей партии Сириза. Мы пришли в парламент, чтобы поддержать Грецию в критически важных переговорах. Сириза в прошлом никогда такого не делала. Мы пришли поддержать позицию Греции в попытке достичь консенсуса. Греческая казна быстро пустеет. У страны остается все меньше времени, чтобы убедить кредитора в том, что она будет проводить реформы и что ей стоит выделить финансовую помощь. Как предполагают экономисты, Афины могут столкнуться с нехваткой ликвидности уже к 20 апреля. При этом в Брюсселе отмечают, Греция предоставила только идеи реформ и полноценный список пока не составлен. Переговоры по этому вопросу проведут 1 апреля. Австралия ввела в действие расширенные экономические санкции против России. О них объявили еще в сентябре 2014 года. Санкции совпадают с теми, которые приняли Евросоюз, США и Канада. Они дополняют финансовые ограничения и запреты на поездки, введенные ранее. Включают в себя ограничения на экспорт или импорт из России оружия и связанных с ним материалов, экспорт в Российскую Федерацию определенного оборудования для разведки и добычи нефти. Кроме того, ограничен экспорт в Крым и Севастополь определенного оборудования для энергетической и горнодобывающие отрасли. Наложены санкции на экономические отношения с рядом российских компаний и запрещены инвестиции в инфраструктуру, транспорт, телекоммуникацию, энергетику, нефтяную и газовую отрасли Крыма и Севастополя. Следствием санкций и девальвации рубля уже стало полное или частичное закрытие производства и сокращение персонала. Оставить российский рынок пришлось и автомобильному гиганту компании General Motors. Она намерена законсервировать свой завод в Санкт-Петербурге. Всего потеряют работу 1200 человек. Сотрудники, попавшие под сокращение, выходят на акции протеста, требуя увеличить размер компенсации. Январь, февраль мы наблюдали уже падение, и оно усиливается. То есть 20 с лишним процентов это было падение января, 38% падение февраля в рынке. Март еще не закончен, мы продолжаем наблюдать затруднения в продажах. Думаю, что дна мы еще не достигли, оно, скорее всего, хотелось бы верить, в ближайшее время будет нами достигнуто, дальше будет только рост. Но то, что замедление большое спроса и то, что продажи, по нашим наблюдениям, наверное, упадут в половину приблизительно, плюс-минус, это факт. Астронавт НАСА Скотт Келли пообщался с Землей из космоса. Напомню, он присоединился к долговременному экипажу МКС несколько дней назад. Про свой очередной полет на Международную космическую станцию он сказал так. Это похоже на возвращение в свой старый дом. Я считаю, что это действительно один из самых удивительных объектов, находящихся на орбите. Самые удивительные инженерные и научные достижения. Надеюсь, что нынешний экипаж, а также предыдущие и будущие экипажи, а не только Михаил и я, поставят в число своих дальнейших целей отправку человека на Марс, которая когда-нибудь произойдет. На орбите Скотт Келли в этот раз проведет год. Вместе с ним на это же время останется Михаил Корниенко. Астронавты будут участвовать в экспериментах в области медицины и биологии. Они помогут врачам и ученым понять, какое влияние на человеческий организм оказывает длительное пребывание в космосе. В генетических исследованиях, которые проведет НАСА, также будет участвовать брат-близнец Скотта Марк Келли, оставшийся на Земле. Он тоже астронавт.
На этом пока все. До встречи в эфире в 15 часов. Всего доброго.